Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Сегодня нам предоставили ссылку на сайт, на котором опубликована информация по четырем социальным криптомонетам, выпущенным компанией Identification. Первая монета – это ISGS или ID Social Gold Coin. Обратите внимание, что раньше она называлась Eagle Social Gold Coin. В названии присутствовало слово Eagle, то есть орел. Это по компании Eagle Bitrate. Но, видимо, решили от этого уже уйти и отказаться от слова Eagle в названии. И сейчас монета называется ID Social Gold Coin или ID социальная золотая монета. Ну, я, в принципе, считаю, что это правильно. Дальше у нас идет эко-социальная монета или эко-коин. Потом идет агро-социальная монета или агро-коин. И time is money или время – деньги. Информация на сайте представлена полностью на английском языке. Если вы хотите, чтобы ваш сайт был переведен на русский, просто установите в ваш браузер специальное дополнение, либо Google Translator, либо Яндекс.Переводчик. И перевод, конечно, будет непрофессиональный, но, в принципе, понять можно. Ну, например, давайте посмотрим наши токены. Наши токены. Мы представляем вам первые криптотермины на основе социальных активов, реальной экономики, поддерживающие цифровые монеты, безопасной социальной ответственностью. И дальше как раз перечисляются вот эти четыре монеты. Еще раз, это социальная золотая монета, эко-социальная монета, агро-социальная монета и time is money. Если мы переходим на страницу, посвященную золотой монете, то можно видеть, что здесь достаточно подробная информация представлена. Ну, можно сказать, что практически полный white paper. Здесь есть следующие разделы. ID-идентификация – это непосредственно раздел, посвященный компании. ID-identification – блокчейн. Четвертый раздел – криптовалюты, контекстные ссылки. Шестое – проблема, которую мы решаем. Седьмое – предложение рыночной стоимости. Восьмое – вывод, наши партнеры, вопросы и ответы. Также в правом верхнем углу вы можете нажать оранжевую кнопку «Скачать white paper» и увидите достаточно подробный документ, в котором все красиво оформлено и расписано, правда, на английском языке. Документ выглядит вот так. Как видим, здесь есть оглавление, различные разделы. Здесь идет, собственно, текст самого документа, структура компании, из чего она состоит, ну и так далее. Также уже опубликован white paper по эко-социальной монете. Вы можете здесь посмотреть оглавление. Эко-социальная монета, также блокчейн, криптовалюты, контекстные ссылки, проблема, которую мы решаем, управленческая команда, вывод и наши партнеры. Также в правом верхнем углу можете нажать кнопку «Скачать white paper» и скачать непосредственно документ, посвященный данной монете. Конечно, кто-то скажет, что мы уже больше года ждем и нам нужен не очередной сайт с текстами, а нам нужно, чтобы монеты уже были реальными, представлены на CoinMarketCap, чтобы они торговались на бирже и так далее. Я абсолютно согласен, я тоже этого хочу, потому что чем раньше это произойдет, тем раньше, собственно, мы сможем выводить ту прибыль, которая у нас есть в кабинетах, начисленная как раз в золотых монетах. Но, насколько я понимаю, наличие вот такого сайта, на котором подробно расписана информация по каждой монете, где потенциальный инвестор или пользователь этой монеты сможет узнать, собственно, а чем эта монета отличается от 2000 других криптовалют, которые присутствуют на рынке, какая технология за этой монетой стоит, в чем ее преимущество и так далее, это тоже важно. Во всяком случае, видно, что хоть и медленно, но постепенно планы компании все же воплощаются в жизнь. Вот мы уже видим сайт с опубликованной информацией о монетах. Осталось дождаться запуска непосредственной биржи, на которой мы сможем покупать, продавать или обменивать данные монеты. Это то, чего мы все с нетерпением ждем. Будем надеяться, что уже в скором времени такая возможность нам будет предоставлена.
Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.